Здравствуйте, друзья! Анонс моего путешествия по западу Беларуси. В видео, которые будут появляться на моем канале YouTube, я расскажу о трехдневном путешествии на автомобиле по западной части нашей страны. Я побываю в таких городах, как Барановичи, город, который появился благодаря железной дороге, город Пинск, красивый и старинный город, который очень рекомендую к посещению, дворец Косово. Это, пожалуй, уникальный в своем роде дворец на территории Беларуси. Замок Пружанов. Знаковое историческое место в былые времена на территории Беларуси. Жаровичский монастырь. Культовое место для верующих. Слоним. Старинный и по-своему интересный город. Дятлово. Небольшой городок Гродненской области. Санаторий Радон. Красивое место в плане отдыха. И завершится путешествие в Новогрудке, одном из самых старых и знаковых городов на территории Белоруссии, городе, который был столицей Великого княжества Литовского. Все путешествие заняло 3 дня пути с ночевками в Пинске и Слониме, и расстояние около 900 километров, которое пришлось проехать. Думаю, что вам будет интересно проехать и посмотреть вместе со мной эти важные и знаковые для Белоруссии места.